Генерал Кхон, послушайте. Результаты замеров крайне необычны. Надо понять, с чем мы имеем дело, прежде чем продолжать. Вы никогда не были так осторожным на раскопках. Я знаю, что было в Хундуку, что там. Это другое. Другие находки в Афганистане, в Сибири были сильно повреждены. Это первая целая находка в истории. Мы должны быть осторожны. Нет времени, доктор. Американцы уже на острове. Вопросы дипломатии меня не волнуют, генерал. А должны бы. Ваш Пентагон тут же все засекретит. Неужели вы думаете, что они предоставят вам такие же условия? Я понимаю. Мне просто нужно время. Съемка вот-вот завершится. Нас интересует только храм. Мне не нужны ваши черепки, доктор. Это не черепки. Это углеродный механизм. На 2 миллиона лет старше человечества. Сейчас это не важно. Храм – источник. Храм? Боже мой, да мы даже не знаем, что это. Не знаю даже, что будет, если его открыть. Так-так, пошли первые изображения. Что за... Не может быть. Там что-то движется. Не может быть. Боже, Кхон, остановитесь, не делайте этого, слишком опасно. Вы же не знаете, что внутри. Папа, что с тобой? Елена, останови его. Уходи оттуда скорее, они еще живы. Кто жив? О чем ты говоришь? Находка, она живая, она... О, боже! Папа, мы зафиксировали всплеск излучения в твоем районе. Что ты сделал? Уходи оттуда, быстро! Что за... Кто ты? Спецназ США. Пора выбираться отсюда. Слава богу. Кхон и мои. Моя дочь. В той шахте в горах. Вам нужно найти их. Мы допустили ужасную ошибку. Что я наделал? Недостаточно энергии. Маскировка активирована. Намат, мы зафиксировали выброс энергии в центре острова. Черт возьми, что там у вас произошло, сынок? Потом объясню. Я на раскопе. Срочно нужен борт. Он уже вылетел, сынок. Подходящая площадка в 5 километрах вниз по реке. Найди лодку и отправляйся туда. К тебе приближаются войска противника. Держись, парень, сейчас будет жарко. Маскировка активирована. Цель потеряна. Я его потерял. Аж ранен. Недостаточно потерял энергии. Живо! Маскировка активирована. Маскировка активирована. Недостаточно энергии. Вот он где! Маскировка активирована. Маскировка активирована. Там что-то есть. Стреляйте! Маскировка активирована. Я что-то слышал. Понял. Так точно. Слышал, а?
достаточно энергии. Маскировка активирована. Маскировка активирована. Умри! Выходи и сражайся, Янки! Прикройте меня, эй! Недостаточно энергии. Ты у меня попляшешь! Маскировка активирована. Маскировка активирована. Достаточно энергии. Маскировка активирована. Активировано. Маскировка активирована. Граната! Достаточно энергии. Он ранен! Ты у меня попляшешь! Маскировка активирована. Маскировка активирована. Я его потерял. Не вижу. Они убили его. Не упустите его. Маскировка активирована. Недостаточно энергии. Все чисто. Маскировка активирована. Маскировка активирована. Маскировка активирована. Пожалуйста, достаточно энергии. Маскировка активирована. Осколочная. Маскировка активирована. Недостаточно энергии. Маскировка активирована. Максимум брони.
достаточно энергии. Не вижу, где он. Маскировка активирована. Куда он делся? Недостаточно энергии. Маскировка активирована. Недостаточно энергии.
Маскировка активирована. Маскировка активирована. Маскировка активирована. Номад, это Гриф 2-6. Подхожу к площадке. Готовься к эвакуации. Отбой. Площадка все еще под обстрелом. Повторяю, площадка под обстрелом. Мы не сможем приземлиться, пока здесь не будет тихо. Зачисти площадку, Номад. Выполняем, Гриф. Маскировка активирована. Маскировка активирована. Недостаточно энергии. Стрикланд, как слышно? Я тут не один в нанокостюме. Да уж, черт подери! У них же не должно быть этой технологии! Маскировка активирована. Их костюмы выглядят как дешевые подделки. Маскировка активирована. Еще кто-то остался. Сейчас исправлю. Маскировка активирована. Маскировка активирована. Недостаточно энергии.
Гриф, это Номад. Все чисто. Понял, Номад. Снижаюсь. Жди. Номад, мы ждем сигнала к началу штурма. Авиация скоро прибудет, а мои ребята уже готовятся к высадке. Встретишься с ними и отправишься в самое пекло. Надеюсь, ты готов к войне, сынок. Понял. Приветствую вас, сэр. Ты как, Номад? Я гляжу, ты живой, а? Курси насчет пророка. Мне будет не хватать этого ублюдка. Теперь ты веришь? Похоже, Шут был не таким уж и чокнутым. Истинно так. Так, это и есть надо костюм, о котором все болтают? Эй, я тоже такой хочу. Ага, станет дядя Сэм тратить миллион баксов на твою тощую задницу, Джонсон. Черт, вы все заткнетесь, когда я получу костюм. Я буду круче, чем ниндзя. Хочу на это посмотреть. Так, парни, вы в зоне боевых действий. Там внизу целая куча зениток. Я сделаю круг и сброшу ловушки, потом садимся. Мы нарвались на корейцев. Их артиллерия долбит по этому хребту. Пригните головы, а то оторвет. Тогда зачем мы тут садимся? Либо пушки, либо зенитки. Пушки мажут чаще. Дальше я вас не повезу, господа. Гавань слишком жарко. Удачи вам. Черт, как же я хочу такой костюм. Санитар, принимайте раненых и улетайте. Идите за мной, сэр. Вперед, солдат! Ложись, ложись!